Всем здравствуйте, а сегодня разбираем песню «Оттепель». Исполнитель Паулина Андреева, автор Меладзе. Начинается с ноты ми. Если б ты мог понять, что в душе моей... Дальше. Как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. И споем весь куплет первый. Если б ты мог понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. И переходим к припеву. Еще раз мелодия. Я думала, это весна, а это оттепель. Сейчас я сыграю припев полностью. И споем. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, второй куплет. Он такой же по нотам, но чтобы вам было понятно по словам, тоже его запишу. Приходи ты ко мне хоть по краешку, хоть во сне пролетев полстраны. Белым камешком в глубину твоих глаз неземных. И споем еще раз вместе. Приходи ты ко мне хоть по краешку, хоть во сне пролетев полстраны. Белым камешком в глубину твоих глаз неземных. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. А дальше справляйтесь сами под минусовку. На сайте X-минус я обычно беру. Единственное, надо проверить тональность, потому что вот это Паулины Андреевой тональность, а там могут быть выше или ниже. Проверяйте и меняйте. Если вы хотите, чтобы я разобрала еще какую-то песню по нотам, то напишите в комментарии. Всем приятного разучивания.